Председатель областного суда Аношин вызывает обвиняемого Егорова. В 1946 году Бог по великой милости своей открылся мне как Творец и Спаситель. И через жертву крестную Иисуса Христа, через Его кровь пролитую на кресте, мне прощены грехи мои, и я полюбил Господа и отдал себя Ему на служение. И через жертву крестную Иисуса Христа, через Его кровь пролитую на кресте, мне прощены грехи мои, и я полюбил Господа и отдал себя Ему на служение. И через жертву крестную Иисуса Христа, через Его кровь пролитую на кресте, мне прощены грехи мои, и я полюбил Господа и отдал себя Ему на служение.